Так, ну что, начнем. Газетки за 2016 год. Номер один. Настоящая медицина – это природа, которая лечит, а вся прочая медицина – ее служанка. Очень часто лучшее лекарство – это обойтись без него. Так говорил Гиппократ, отец медицины. Значит, что у нас тут от издателя? Вообще, содержание номера от издателя. В январе Луна рекомендует. Инструктаж учителей, мой травник, авиаполе. Кто управляет нами, о причинах болезни. Как умирают врачи. Это очень интересно. Откровение мигранта. Час нашего рождения. Правила светской жизни. Заговор. Народное достояние, наша реклама и так далее. Ну вот и начнем, да? Луна рекомендует есть. Инструктаж для учителей землян. Особенно тех, кто не понял, куда попал при рождении. То есть это очень интересно. А такому очень редко учат. Это я материал, будем говорить, взял из интернета, но естественно я обработал в своей собственной манере. Дельно написано. Ты получил 7 разных тел и спящее сознание. Ну, это сознание надо пробудить. Ну, почитайте. Мой травник, общее. Сведения о папоротниках. Какие папоротники бывают? Папоротник мужской, что он делает? При каких случаях его надо использовать? Далее. Информационно-энергетическая структура человека или что такое биополе? Биополе это... газета номер 2 за 16 год у нас идет от издателя. Я там разбираю, кто там что там пишет. Содержание номера. Здесь также дальше пойдет рассмотрение тонких тел. Мой травник, я продолжаю. Но я по мере возможности и силы буду его дальше, конечно, продолжать. Вот я рассказ здесь о таком интересном растении, как стевия. Считается, что стевия спаситель от сахарного диабета. Я бы не сказал, что она будет спасать нас от сахарного диабета. Просто это, как бы сказать, трава, которая, ну, заменяет нам сладкое, потребность в сладком. Ну, хотя у нее есть там свои и свойства, и действующее начало, которое благоприятно вообще-то действует и на сахарный диабет. Поэтому не просто. Значит, самые простые рецепты использования – это чай, ну и так другие. Посмотрите, разберетесь. Так, а вот память Анатолия Самодумова, разработчика гравитационной гимнастики. И вот этот как раз человек, которого я обнимаю, он разработал такую гимнастику, которая заключается в том, в чем суть ее заключается, в том, что у нас в костях имеется костный мозг. Костный мозг, оказывается, он именно вырабатывает вот эти все стволовые клетки, которые потом разносятся по организму и обновляют организм. Я вот подчеркиваю такую вещь, что вот рак, последняя стадия, которая считается смертельным, это та, когда метастазы идут именно в кости, в костный мозг. Что им там делать в костях? Вот так я себе задал вопрос. А что им делать? Как раз кости, это является костный мозг,
самым таким лакомой структуры, которая вот именно вырабатывает вот эти стволовые клетки, обновляющие организм. То есть там идет обновление жизни в организме человека. И поэтому туда, как на лакомое, значит, место, стремится всякая, значит, зараза, в том числе, значит, онкология. Так вот, он с помощью сильных волевых усилий, там, значит, используются большие веса, движение просто-напросто сдвинуть там вес, чтобы простимулировать вот как раз вот эти вот структуры, лежащие внутри кости, и за счет этого, значит, добиться вот обновления. Но я считаю, что здесь, знаете, еще больше идет обновление. Вот как раз мы интересно разобрались с вами до этого в первом номере всем тем. Так вот, эфирный двойник, он как раз обновляется за счет мощных волевых усилий. В основе мощного волевого усилия это лежит напряжение. И чем оно больше, и вот он как раз гениально додумался, а как это больше сделать, чтобы заставить? Так хоть немножко, но пусть напряжется, так напряжется. Вот, и вот это волевое усилие стимулирует, значит, наш эфирный двойник, он более четкий становится, функции более лучше прочерчиваются энергетически. И это все с информационно-энергетического уровня, с полевого передается, естественно, на телесный. Потому что телесный строится по подобию эфирного двойника. И даже, смотрите, маленькие усилия, которые идут отсюда, ну, будем говорить, существенно меняют, ну, меняют нашу, будем говорить, физиологию тела. Смотрите, вот для того, чтобы выровнять зуб, ставят брекеты, которые чуточек-чуточек давят на зуб в нужном направлении, и зуб из этого, значит, положения переходит в правильное, там нормально. То есть его надо дать. А тут еще более лучше и сильнее все это делается. То есть не просто стимулируется костный мозг за счет этой гравитационной гимнастики, а стимулируется эфирный двойник. И я считаю это более важным, нежели то, на что указывал Анатолий Иванович. Это я вот занимаюсь этой гимнастикой. Ну, я тут пробовал, сколько я там потяну. Вот он придумал такие оригинальные упражнения. Что и как делать. Так, теория, практика, самоздоровление. Джулия Вонг. Знаете, приятно посмотреть на людей, которые не просто вот болтаются как бы по жизни, они знают, что они хотят от жизни, как надо правильно действовать и, естественно, добиваются успеха. Почитайте про нее, про эту красавицу и все такое. Тонкая анатомия и физиология человеческого существа. Предисловие. Дальше я продолжаю, потому что, знаете, чтобы хорошенько объяснить себе тему, к ней надо подойти совершенно с различных позиций. И поэтому я подходил и так, подходил и этак. Но для себя я в конце концов все это выяснил. Хотя Елена Петровна Блаватская давно об этом написала в «Тайной доктрине» и в других своих книгах, что, чё и как, значит, все это делается. Вот, но чтобы вот все это понять, вроде, вот как я вам рассказал, знаете, надо довольно-таки много знать, чтобы так просто, ясно и объяснить. Вот как раз из-за того, что я уже прошел это, я так вам и объясню, значит. Группа первая, группа вторая, группа третья – это дух, душа, тело и так далее. И исходя из этой схемы, вы теперь практически можете знать всю медицину, народную там и прочую, что и как действует, что на что влияет. Далее мандалы. Написал такую книжечку «Мандалы». Она тоже, как бы сказать, с этой темой связывается. Но
Интересно. Это значит любовь к голову. Юрий Харчук на пасеке объясняет. Объясняет, что он там хочет, что вот он написал такую книгу «Психоголуби-терапия, пчеловодство», он этим делом занимается. Вообще он очень увлеченный человек. Знаете, действительно можно просто прожить, знаете, как грубо говоря, как червяк, не поднимая голову и не осознавая свое величие. А вот он, значит, считает себя князем, значит, дал мне титул графа. У него есть там где-то там земля там своя. А сейчас, знаете, вообще так послушаешь, вот, допустим, продают на Луне участки Луны. И люди покупают. На каком основании они могут это, допустим, продавать, если они этим не владеют, а так, это уже наше. Понимаете, ну вот, будем говорить, исходя из таких вот позиций, вот он, интересно, тоже поступает и живет интересно. Живет, значит, ну, будем говорить, живет интересно. Кстати, я часто проезжаю мимо его станицы Ленинградская. И там интересный, вот он считает себя, значит, кладоискателем. Там была спрятана статуя весом более 3 пудов, это 48 килограмм, из чистого золота, украшенная бриллиантами, изумрудами, рубинами, черным жемчугом и другими драгоценными камнями. Изготовлена в Непале и так далее. И вот где-то как-то там она оказалась. Как там, что это? Вот, ищут. Значит, смотрите, вот у него ордена он может там вручать людям, которые, ну, с ним созвучны в этом плане. Ну, я в своей газете все это описал. Ну, и, наконец-таки, заговор «Народное наследие». То есть, продолжаю.